Здорово всем, ребят. Сегодня у нас на обзоре бой на ФВ-4005. На имбовой ПТ-шечке с барабаном на 4 снаряда. Так, ну что, пока ожидание игроков. Всех поблагодарю за подписку, лайки, комментарии и активность на канале. Кто этого еще не сделал, это фатальная ошибка. Ребят, подписывайтесь, ставьте лайки и комментируйте. Будьте активными на канале. Это только плюс. Ну что, наш боец погнал на правый фланг. К тяжам. Да? Да, половинка погнала на левый. Ну что, сейчас посмотрим, что наш боец показывает. Покажет, вернее, на этом танке. Это прям его танк. На этом танке он великолепные бои показывает. Такая не слабая, агрессивная игра. Ну, как по мне, агрессивная, конечно. Как по вашему мнению, пишите в комментарии обязательно. Делитесь своими впечатлениями. Ну что, здесь никого... Да, все поехали через парк. Ну что, нужно вкатывать. Что, через корму сзади будет заезжать? Да, скорее всего, так и будет. Интересно, доживут ли до этого момента союзники? Ну, пока держится. Ну, пока держится. Счет уже 0-1. Не в нашу пользу. 0-2. Извиняюсь, поправился. Ну что, и есть здесь рассадничек противников. Есть первый, кто попадает, Type 71 под раздачу этого барабанного мощного. Ну и есть 4 из 4. О, еще и последний на 513, вообще великолепно. Опа, наш союзник на Т-110-4, да, подоспел. Да, надо 71 забирать по-любому. И есть то, что он и делает. Счет 1-3 уже. Вообще хорошо. И там вся команда прет. Давай, на кранвагн получает под раздачу, попадает, вернее. Все, кранвагна, скорее всего, нет. Ну, наш боец замечает Е-соточку. Е-соточку, Е-100. И что? 4 из 4. Е-100 пока не знает, откуда летит. И только сейчас замечает. 4 из 4. И последний снаряд на 513. Вообще красота. Счет 2-4. Два барабана уже влетело. 3672 урона уже у нашего игрока. Но счет 2-4. Не в нашу пользу. Боец откатился, ушел на перезарядку барабана. 3-5 счет. Уже 2 в 4 остаются. А там такие противники остались не слабые. Опа, ФВшечка. Есть, есть, есть. Самое главное теперь есть. Первый снаряд пошел. Второй пошел. Отлично. И сейчас третьим... Ай, не добил, но потратил. Все, на перезарядку. 4400 урона. 4400. 2 в 3. Е100 держи. Самое главное соточка, чтобы держалась. И наш боец сейчас перезарядится. Опа. СТБ-1. Несокрушительный. Сейчас посмотрим, устоишь ли ты от нашего игрока. Перед нашим игроком, вернее. То несокрушительный. Ну-ну. Так, соточка пока держится. Сатенчик пока держится. Опаня. Опана. Опаньки, вернее, хотя... Нет, соточка не удержалась. Все, 1-3. И СТБ есть. Получает все-таки плюху пока. Пытался отвалить. Ну что, борьба за медаль Колобанова. Что еще сказать? Сейчас посмотрим, что наш боец будет делать. Ну, от меня, конечно, надеюсь, что он получит медаль Колобанова. Это будет достойно. 5000 урона уже есть, без копеек. Остался 1 в 3. И все. 1 в 2. Т-62 как раз нарвался лоб в лоб на нашего игрока. Все, там осталось СТБ и Т-110 Е3 вроде бы. Если ошибся, поправляйте. Да, Т-110 Е3 по нашему игроку, который уже выписала на 700 почти плюху. Надо чуть-чуть менять позицию. То, что наша игрок и делает, откатывается. Отдаляется, потому что нужно еще найти СТБ. Его нужно убирать, потому что он закошмарит по-любому. Вдвоем они не дадут жизни нашему игроку. СТБ, где же СТБ? Пока нигде не видно и не светится и наш игрок. То есть СТБ где-то вдали.
Это самая такая ситуация, когда, блин, нигде не светишься, ты пытаешься отвалить, отъехать. И не знаешь, где же, откуда же выскочит эта СТБшка. И вот она выскакивает. Ой, как хорошо на реакции сыграл наш игрок, и все. Минус СТБ, теперь остался 1 на 1, стоит 110 Е3. Правда, он фуловый, а наш боец нет, 917 хп. Ну что, разворот. Опа, Т-110-3 спалился, пошел на захват базы. Ну или спалился специально тем, чтобы выманивать игрока. Потому что все-таки у Т-110-3 и броня есть, и пуха отличная. Ну что. Ай, первый снаряд в гуслю. Ну, 664 дал Т-110-3, надо остальные снаряды с барабана по-любому вливать. Есть. Крит боеукладки. Вот если бы еще взрыв был бы боеукладки, было вообще шикарно. Ну что, 488 хп у Т-110-3 и 250 с копейками у нас. Угу. 6400 уже урона у нашего бойца. Теперь самое главное не ошибиться, где-то не подставиться. Т-110-3 не полез на ступеньки. И наш боец потихонечку откатывает. Но надо выманивать по-любому Т-110-3 и пытаться первым снарядом хотя бы на гуслю поставить и через гуслю забирать. Ну это, конечно, в идеальных, мне кажется, условиях. А так. Хрен его ошибется, игрок не ошибется. И... Есть, да, Т-110-3 промахнулся и все. Теперь наш боец его забирает. Красава, что сказать. Медаль Колобанова заслужена. 6900 урона. Почти 7000. Красавчик, как всегда. Тебе так держать. Всем огромное спасибо, кто посмотрели. Кому понравилось, ставьте лайки обязательно. Кто подписан, красавчики. Кто не подписан, обязательно подписывайтесь. Фатальная ошибка, еще раз говорю. Все, ребят, всем огромное спасибо. Пока. И обязательно присылайте видео свои. Почта будет в описании.